Добрый день, дорогие близнецы! Для вас месяц ноябрь – это месяц работы. Я бы сказала, работа, работа, работа и больше ничего. Потому что все ваши мысли, все ваши контакты, все ваши поездки, какие-то общения, они так или иначе будут связаны именно с теми обязанностями, которые вы выполняете, то есть со своей службой. И чтобы все было хорошо, конечно, вы же понимаете, что надо работать на совесть, без всякой хитринки, потому что поскольку здесь и Солнце, и Меркурий, то любой ваш промах, любое, ну, как бы неправильно и не вовремя сказанное слово, а вы же понимаете, что слово сказала, оно улетело, и все. И колесо, особенно если это слово не то, которое надо, оно уже вертится в обратную сторону и катится на вас. Поэтому, пожалуйста, будьте предельно внимательны, осмотрительны на работе. Работайте на совесть. И мне бы не хотелось сказать никакой критики. Критика должна быть, но она должна быть обоснованной. И все претензии должны быть обоснованы, а не просто потому, что я так решил. Я бы даже сказала, что для вас месяц ноябрь – это еще месяц любовных переживаний. А те, кто уже в браке, возможно, задумаются о рождении ребенка или у кого-то он появится. То есть вот любовь и дети – это еще один очень приятный момент ноября для вас. Ну и, конечно же, рядом с вами будут ваши друзья. Именно здесь вы можете проявить свою инициативу, какую-то активность, внести свои идеи, так сказать, на общее дружеское рассмотрение. И кто знает, быть может, вот именно так, за чашкой кофе, собравшись с друзьями, вы и решите открыть какое-то предприятие или начать дело, или заняться тем, что еще никто до этого не делал. Ведь все равно все начинается с идеи, а потом уже ее воплощение. И если у вас есть идеи, то смело делитесь ими с друзьями. Удачи!